Ну, кто вам сказал, что за мясом надо ехать на рынки? А, было такое, но прошло. Первоначально всех подставил Ариант. Дешевая бройлерная свинина и такая же птица. Денег много, сроки окупаемости в первом случае 2 года, во втором 1. Да, это реально кинуло наших продавцов и поставщиков. Это продемонстрировало, что мы можем купить и птицу, и свинину подешевле. И вернувшись на те самые рынки. О, вот они решили. И они решили продавать вам бройлерную по цене фермерских хозяйств. Чуть-чуть и это продержалось. Только я не понимаю, как можно из бройлерной свинины стоимостью 200 рублей втыкать 400 рублей. И, конечно, сегодня свининка упала в цене. Но есть и баранина, и телятина. И все это уже не в типа мясных центрах. Теперь все это дело пришло к вам. Мясной центр на труда 31А в джунглях. Итак, о чем мы сейчас будем говорить? Мы говорим о том, что мясо к вам пришло. Мясо пришло к вам. Туда, где вы живете. Вам не надо никуда ехать. В свое время была одна торговая точка. Все туда ехали. Сегодня этой торговой точки уже нету. Сегодня везде и всюду есть мясные центры. Один из этих мясных центров располагается на пересечении улиц Труда и Жукова. Улица Жукова и улица Труда. Пересечение Труда 31А. Сегодня сюда приходите и кушаете свое изумительное мясо. Вкуснейшее. Вот то, что доктор прописал. Мы практически полностью восстановили животноводство, ранее утраченное. Ни свинины, ни говядины, ни кенгурятины, ни верблюда мы не завозим. А вы не знаете? Представляете, как нас кормили? Козлючее ВТО. Нам оно по сути не упиралось. Мы ранее кормили полмира. Жалко, конечно, я бы вернул СССР как оплот коммунизма. Но теперь Россия ест свое мясо. Да, ест свое мясо. И мы вам говорили о качестве. И это качество приходит. И приходит оно рядом к вам. Джунгли завод. Посмотрите внимательно. Видите? Это замечательная баранина. Очень хорошее мясо. И, как вы прекрасно понимаете, это качественное мясо. По весьма привлекательной цене. Для вас, естественно. Я не против нашего города. Я в нем родился. Зачем город съедает жителей деревни, непонятно. Тучные стада. И это в город. Молоко туда же. Свои качественные дома, а не приюты в общагах. Чем вам не жизнь? Чистый воздух, не магнитогорский, при всем уважении к комбинату. Вот где настоящая жизнь. А мяско и птица, как и молоко, прямо в наш центр. И мы говорим о качестве. То самое качество у нас здесь есть. Изумительное мясо. Говядинка, свининка, то, что должно быть. Ценники, ну, прекрасно понимаете. То есть, если мы говорим о свининке, она не... соотношение там космических цен. Абсолютно нормальные, ровные цены. Кстати, дешевле, чем в торговых центрах. Понимаете, когда торговый центр нам продает мясо, я даже не понимаю, какое мясо они нам продают. Здесь вы смотрите, какое мясо. Слово о том, что вы можете брать эту свининку, а можете взять говядину. Те же самые дела. То же самое изумительное мясо. В данном случае мы видим, что это Герефорд. А Герефорд — это, по сути, событий. Ну, как бы вам сказать? Это то мясо, которое вам необходимо кушать реально, каждый день. Как оно хорошо, когда мясо рядышком с домом? Да, отлично. Друзья посоветовали, отличное мясо, низкие цены, большое наличие. Вот здесь, да, где? На Труда 31? Да, здесь. Хорошо просто, очень хорошо. Да, отлично. И свежее, главное, мясо, то есть незаветренное. Все супер. Вы где-то рядышком живете? Да. Точку сегодня узнали, да? Да. Да мы же рядом, вот, Труда 35. То есть, когда мясо приходит к вам, это лучше? Конечно, лучше. Ну, никуда бегать не надо, да? Конечно, да и самое главное, продавцы такие приветливые. А нам что надо? Нам надо доброе слово. Вот. И это все здесь есть? Да. Итак, джунгли зовут. Где находятся джунгли? Пересечение Жукова и Труда. Джунгли. Улица Труда 31А. Так вас джунгли зовут к поеданию вкуснейшего мяса, которое продается здесь. Вот теперь о мясе мы и поговорим. Все изумительное, свежее, аккуратно распиленное, а не разрубленное. Человек знает в этом толк. 25 лет он работает с мясом. Человек болеет за вас, а не за себя. И поэтому мясо всегда новое. Залежалости и второсортности здесь нету. Все вкуснейшее и для вас. Итак, мы будем говорить о качестве жизни. Ну, не первая точка у вас, это точно.
Это не первое, это мы уже вторую точку открыли. Одна на левом берегу, а другая здесь на правом у нас. То есть мы привезли мясо для наших замечательных горожан, правильно? Да, конечно. Возят нам мясо из деревень. Ну, Нагайбадские районы, Агаповские. Такие. Ну, я так посмотрел, что здесь вот Герефординка есть. Это тоже мясо, это уже с Кизильского района, правильно? Да, и Кизил вот это вот. Говядинку нам привезли. То есть можно говорить о том, что мясо у вас продается, и оно изумительное по вкусу? Мясо, да. Качество мяса — это очень хорошее мясо. Качественное — это на откорме. Такое вот, бычки с откорма, свининка постная. Все нормально. И будем есть это замечательное мясо. Да. Итак, где ваше мясо? Торговый центр «Джунгли» на Труда 31А. Это пересечение Труда и Жукова. Мимо не проехать. Сегодня здесь и всегда лучшее мясо с доставкой до подъезда. Теперь вопрос другой. Почему мы об этом говорим? Потому что какое мясо вы сейчас будете кушать? Изумительное мясо, сделанное для вас. Его сегодня сделали. И вы его сегодня можете купить. Где? Да рядышком, здесь же. Пересечение улицы Жукова и Труда. Труда 31А. За моей спиной. Видите? Мясной центр.